Tenno, you are here to infiltrate data vaults and retrieve highly sensitive enemy information. Be on the lookout for increased security measures. Target console is nearby. If you trigger the alarms now, the enemy will start destroying data. The moon's sudden exit from the void has had unforeseen consequences. Be prepared for localized continuity disturbances. You may be able to turn these to your advantage. This console has been severely damaged. You can't get anything out of it in this state. Excellent work. A clean extraction with no alarms. You're near the console. Trigger the alarms now, and they will start destroying the data.
Data extracted. They won't even know it's gone. This console has been severely damaged. You can't get anything out of it in this state. Move and strike. We have to win this. The target console is nearby. If you trigger the alarms now, the enemy will start destroying data. Здорово. Здорово. На вылазку гоняли уже? Да, уже сходили. Форму получили. Ага. Тут смысла как бы идти? Нет, да? Одно. Не, ну сбегай, может что-нибудь другое дадут. Я же не говорю, что тебе тоже эту форму дадут. Да я не знаю, есть там что-то. А, просит. Фреймов. Честно. Прошел сегодня жертву, получил лунду. И как тебе квест? Ну, запарный, так сказать. В некоторых моментах реально запарно было. Он интересный? Ну да. Ну, вот. А Харроу? А, и Харроу тоже прошел. Ну, Харроу я почти полностью прошел на Лимбо. Ну, я того пробегал как бы карту, в многих моментах я выходил за взломы и проходил вот на руку. Я как-то решил так просто. Такой страшный, да, немножко квест? Ну, честно сказать, я не любитель такого, поэтому... Блин, я пошел на летнее святилище на Умбрии 4 уровня. Его фиксанули жестко, он сейчас не особо.
плане. Так вот я что и говорю, что. Спектр. У меня умер всего 4 уровня, я, наверное, пошел на резню. Не, ну это правильно, что ты на резню на него пошел. Качаться-то где-то надо. Ну. Короче, Цестра 6 уровня вообще 0 урона. Просто по 15 улетает. А, я скинул пушку основную. Там, кстати, разрывов нормальных нет, никто не смотрел. Надо глянуть, не знаю. Excellent work. A clean extraction with no alarms. We have everything we came for. Get to extraction. Мне прям впёр шпионаж. Ну ладно. Приток крови, кстати, выпал. В прошлый раз бегал. Ну, Умбра даже такой нулевый получше, чем обычно. Не, это да, у него и моды. В плане так-то да, я имею в виду спектра там хорошо фиксанули. Когда выходишь из него, он начинает сам ковать. Ну-ну-ну. Он теперь мазил еще тот. Ну зато живую часть скажу. Я пока я проходил жертву, я выходил с него оператор, там гасил. Живучий, бегал нормально. Как бы просто так не подставляется.